это пояс астероидов. Да. Так, лепим туда шарик. Оцениваете, подожди. Да, она как раз прям такого цвета реально. Вместо обычной картинки в учебнике объемная солнечная система из пластилина. Так изучают Вселенную на уроках астрономии в лицее номер 13, а еще решают кроссворды и смотрят фильмы про космос. Астрономия – любимый предмет Матвея. На уроках главный почемучка, кем будет, когда вырастет, мальчик уже решил. Я хотел бы стать астрономом, чтобы запускать какие-нибудь космические аппараты или вообще быть космонавтом. У старшеклассников занятия серьезнее. Собирают модели ракет, изучают космические корабли и проводят эксперименты. Своим опытом 13-й лицей делится сегодня на педагогическом форуме «Профориентация. Новые векторы развития». Он объединил десятки лидеров образовательной сферы Подмосковья. Для участников подготовили 10 воркшопов по различным тематикам, среди которых астрономия, биология, инженерия и другие. Я сегодня была шокирована тем, как ребята, причем разного возраста, начиная с маленького, кончая выпускниками, знают такую науку, как астрономия. Сегодня много поведали нам о планетах, межпланетных системах. Нам рассказали о космических препаратах, которые изготавливаются в нашем городском округе Химки. Химки – один из самых прогрессивных регионов Подмосковья. Здесь проводят форумы педагогов, открывают инновационные центры. Например, бином Ньютона. Его воспитанник в составе сборной Москвы вошел в список сильнейших на Всемирной олимпиаде робототехников. Мы такой округ по-своему амбициозный, по-хорошему. И недаром у нас все наши преподаватели, воспитатели активно участвуют в течение года во всех номинациях, олимпиадах и всевозможных конкурсах, занимают лидирующие позиции. Городской округ Химки уже в четвертый раз стал площадкой для проведения педагогического форума. Новый опыт химкинских учителей будут применять в других школах Подмосковья. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.